Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Сейчас проходят стресс-тесты нового патча, о чем данный патч. Я опубликовал в наших пабликах. В Телеграме, группе ВКонтакте. Так что, кому интересно, почитайте. Правда, я ждал еще и Майозавра на тестах, или это был один я. Также разработчики в разгар хэллоуинских праздников сделали зомби-режим для динозавров. Что это такое? По сути, ивент, который проходит и будет проходить пока что исключительно на хорд-тестах. Особенности зараженных динозавров такие: у них несколько жизней, иммунитет к смерти от кровотечения, зараженные травоядные, всеядные могут есть мясо, рвота кровью, сниженные запасы воды и еды, выносливости, постепенно тело разлагается, теряя здоровье. Но чтобы не умереть, надо постоянно есть мясо других динозавров. Зараженные динозавры не растут. Все инфицированные видят сообщения других зараженных в чате вне зависимости от вида. Также, чтобы стать зомби, нужно получить несколько укусов от уже зараженного. Нулевой пациент — это сугубо разработчик, который заходит на хор-тест, кусает вас и наступает зомби-апокалипсис. По сути, такой ивент очень интересный. Уже вижу комментарии: какие нахрен зомби, ты дурачок что ли? Делай игру, а не внедряй сюда всякую чепуху. По поводу таких ивентов. В различные праздники разработчики планируют устраивать еще некоторые ивенты. Возможно, под Новый год мы увидим что-то связанное с Рождеством. Но это не точно. Знаете, короче, уже вижу 5-метровые сугробы на Gateway и бегающих омнирапторов с шапочками на голове Санта-Клаус. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Уже доступно поедание яиц на хорд-тестах. В дальнейшем поедание яиц будет принадлежать всем хищникам всех видов. Некоторым динозаврам они будут входить в нутриенты. Меня кто-то спрашивал про ютараптора. Ютараптор будет с перьями, и к нему пока что даже не приступали. Он вообще не в планах. Разработчики говорят, что моделирование очень сложное, так как правильно разложить перья на теле займет очень-очень много времени. Вроде как уже говорят, что после уже всех динозавров, которых смогли разработчики заспойлерить, они приступят к выпуску акроконтозавра. Не менее интересное — втаптывание. Такая механика появится у трицератопса. Можно будет давить более мелких существ. Как это будет происходить, пока не раскрывают карты. Кстати, интересно вот что. Майозавру будет доступна такая же механика. Вот это интересно. А люди-наемники в игре. Они будут питаться растениями на острове, фруктами, в общем, всем тем, что едят травоядные. Также будет функция есть мясо. Возможно, мы получим разделывание мяса из ботов, таких как олени, козлы, кабаны. Как это будет работать, неизвестно. Но думаю, в инвентаре будет какой-нибудь нож, а для набора воды появится фляга. Напоследок, сэндбокс в игре. Появится к тому моменту, когда уже будет открыта мастерская Steam. Когда преимущественно будут в игре все динозавры, тогда разработчики включат этот режим. Ну а пока что вы можете зайти на наш сервер SkyTop Games Sandboxed World, найти себе друзей, пообщаться, потренироваться или просто повыживать. Админы наши вам помогут. Да, это карта Gateway, но для новичков тренировки там или изучения просто будут необходимы. Все ссылки в описании. Ставь палец вверх, подписка на канал и бацай колокол. Это обязательно. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.